Очень сложно было судить, очень хорошо играли, шикарный турнир, я бы сказал, что хороший праздник. Ну, у нас такие три медали, золото, серебро, бронза. Бронзу получает Арбузова Дарья, как... За лучший результат среди женщин. Да, за лучший результат среди женщин. По номинациям такой медальки, а... И женщин. Победителям грамоты и призы. Спасибо, Даша. Серебро получает... Лучший игрок до 16 лет. Лучший игрок до 16 лет. И золото у нас получает Анатолий Кордонский. Да. Ну, как лучший ветеран. Как лучший ветеран, да, вот именно лучший результат из ветеранов 60+. Спасибо. Итак, теперь подходим к самому главному. Третье место. Третье место получает Литвинчук Оксана. Это грамота. И приз от клуба «Ход для всех». Спасибо вам. Второе место. Бондаренко Леонид. Это грамота. И еще приз от клуба «Ход для всех». Спасибо, дякую. И хочу поздравить первое место. Это Рамиль Бельский. За первое место вам грамота. Очень хороший результат сегодня. Хороший результат. Полезно. Для здоровья, общения. Вообще играет у Сашки, это мыслить хорошо. Як давно вы играете в шашки? Ну, як давно? Мені вже 71-й год. Ну, ще з школьних лет я граю в шашки. Зі школьних. Зараз теж веду активний образ житті. Граю в настольний теніс, великий теніс. Ну, і шашка. Я з Березовки. З Березовки ми приїхали з команди. У вас ціла команда приїхала спеціально? Ціла команда, спеціально приїхали. Настольний теніс там, в Домі культури і шашки. І одна жінка шахматистка. Так що ми приїхали з Березовки. Як часто в Южне приїжджають? Ну, ми, кстати, приїжджали, великий теніс ми грали, великий теніс. А це ми перший раз, шашки перший раз. Привітайте, будь ласка, южненців з Днем міста. У нас сьогодні День міста. Ну що, поздравляю вас з Днем міста. Бажаю вам крепкого здоров'я, щастя. Ну, Южний город красивий. Я, кстати, сам отсюда родом теж. І з Нових Біляр. От брат мой виродний, Коля Тетенко. Так що, Южний. Ми теж і тут сестри, браття є з Южним. Так що ми, це курортна зона у вас. Хочеться перемогти чи просто так провести час? Ну, просто поучаствувати. Поміняти обстановку, поучаствувати. Отойти від проблем. Сложна обстановка в стране. Немножко відвлечься, пообщатися. Це життя. Видите, мені 71-й год, а ще я активно продовжую займатися. Звісно, мені хочеться виграти, хоча б перший женський приз. Як давно граєте в шахи? О, я дуже давно граю, я з 13 років граю. Наскільки ви професійно в цій справі? А, я кандидат майстра. Ви тренер? Ні, я не тренер, мій брат тренер. Денис Ковальов, я так розумію. Як вам ось такий формат, що дорослі грають разом із дітьми? Ну, це правильний формат. Якщо взрослі будуть грати з взрослими, то не буде хватати учасників, я думаю. Поздравляю всіх южан з Днем міста. Хотілося б пожелати, ну, щоб далі город розвивався, щоб більше було парків, краща інфраструктура. Вообще пляжи улучшались. День города, тут семейный. Ну, мы тоже пришли с внучкой сюда. Ну, как говорится, играем. Хорошо, красиво. Ну, и желаем в дальнейшем, чтобы турниры продолжались. Как говорится, и город развивался, и шашка-шахматный турнир тоже развивался. Ну,
пожелать это самое наилучшее, как говорится, нашим игрокам, чтобы всегда выигрывали. А вы больше в шахи чи в шашки играете? Больше в шашки. Як давно и як пришли в цей вид? Ну, я, как говорится, внучку привел сюда уже рока, наверное, 5 уже, наверное, играем. Чем подобается взагалі цей вид спорту? Ну, как говорится, вся математика здесь. Самая лучшая, как говорится, и высшая математика тут тоже. Які плани на цей турнір? Хочеться увійти в призери чи просто так, ну, гарно провести час, взяти участь? Гарно, і в призери хочеться теж вийти. Подобається шашки грати. Хочеш медаль здобути? Да, медаль здобути я хочу, щоб я виграв. Як всі ігроки, всі хочуть грати ради того, щоб зайняти перше місце. Ти зустрічався з дорослими, грав? Сьогодні. Раз, два, три, четыре, пять. Видишь, много играл. Сложно. Сегодня у нас проходит шахматный турнир ко дню города. И шашечный тоже. В шахматах играет 24 человека. Возраст от 7 там, до 70 примерно лет. Точно не знаю, но так вот. У нас 3 кандидата в мастера спорта. Человек 10 перворазрядников, остальные со вторым разрядом. Награждаем, получается, в первое, второе, третье место в общем зачете, а также за лучший результат среди женщин, среди юношей и среди ветеранов. В каком формате играете? И турнир проходит по швейцарской системе в 10 туров. Контроль времени 5 минут на партию каждому участнику и плюс 3 секунды за каждый сделанный ход. То есть где-то минут 15 партія тягнеться. Як ось практикуєте той момент, що дорослі грають разом із дітьми? Як вони конкурують? Чи можуть діти конкурувати з дорослими ось цей момент? Да, в шахматах как-то нету такой большой разницы по возрастам. Вот на данный момент лидирует Корничук Игорь. Ему еще нет 16. Ему кажется 14 лет. И он лидирует в общем зачете. Так что вполне играют на равных. То есть мы выбираем по разрядам, а возраст – это уже дело такое. Чоловіків більше, хлопців, я так розумію? Да, тут у нас играет 3 женщины из 24. А в шашках небагато було учасників? Чи приблизно? В шашках было 12 учасників, они играли по круговой системе, то есть каждый с каждым. Який рівень демонструють учасники? Чи, можливо, ви б хотіли бачити кращий? Ну, для Южного нормальний, в принципі, рівень. Я ж, як говорив, 3 кандидати в мастера. Тут у нас в Южному, ну, ще є, мабуть, чоловіка 2-3 теж кандидата. І один мастер є, це я. Я сужу, не граю. Зараз ви вже як організатор більше. Да. Да, ну то есть для Южного уровень, в общем-то, довольно сильный. Як часто практикуєте ось такий момент, коли діти з дорослими разом грають? Ну, да, практически всегда у нас. Мы проводим, конечно, отдельные турниры. Вот будет в следующее воскресенье будет турнир ко дню пожилых людей. Там будут играть только участники 60+. Также на День защиты детей мы проводили только детский турнир. Вот. А так в основном у нас играют все вместе.